Всем привет, дорогие друзья. Это Call of Duty, второй фронт. И мы продолжаем. После знойной битвы. Вторая серия. Встречайте сержантов Джонса и Рамиреза. Вам будут помогать их отряды. Проинструктируйте их. С удовольствием, сэр. Здесь везде довольно погано, смотрите сами. Рамирес, вы и ваши парни ударите по перекрестку южнее Фоя. Есть. Джонс, вы и ваши люди присоединитесь ко мне западнее во фланговом бою. Леса здесь и здесь сильно заминированы. К тому же есть пара 88-х, и здесь, внутри большого фермерского дома, расположен наблюдательный пункт. В этом секторе мы потеряли патруль и хотели бы его разыскать. Благодарю, сержант. Большие шишки хотят, чтобы 11-я бронетанковая была в Фое к завтрашнему закату. И мы должны уничтожить все, что между ними и Фоем. Вопросы? Нет, сэр. Удачи, господа. Увидимся в Фое. Обед за мой счет. Вольно! Угу. Хорошо. Так, мы и так мы отбили в предыдущей серии огромную атаку. Немцев, пойдем вперед. О, боже. Что-то мутим мы дальше, бля. Вылазку, бля. Я отморозил свою задницу. Вы оба тихо. И молитесь там потихоньку. Достаточно скоро здесь будет очень жарко. Пулевочка сняла. Ложись! Ложись! Давай, Хорошо выглядишь, Бобби. Только держись, хрен. Ну теперь вы пошли так. Вчера на мотоцикле предупредить своих друзей. Надо двигаться дальше. Пошли. Хорошая работа. Продолжайте идти вперед. Сохраняйте дистанцию. Сержант. Шш, не сейчас. Тихо, здесь кто-то есть. Килрой. Был здесь, и он может поцеловать меня в задницу. Парни, я так рад, что вы тут показались. Они здесь хорошо окопались. Полным взводом с парой 42-х и 88-х. Страшновато. Готовы, парни? Давайте выходить на позиции, сохраняя тишину. А потом вможем по ним, прежде чем они узнают, что на них напало. Колечко какое открыл, мы сами не понимали. Это наш парень. Ракеты! Идем направо! Оставайтесь за деревьями, они знают, что мы здесь! Оба, блин. И тут не пролетел нормально. А знаешь, отсюда вы что, прикалываетесь, что ли? Thank you.
пошли уже. Это немчура на мотоцикле. Предупредить своих друзей. Надо двигаться дальше. Пошли. Аптеки, аптеки, ходить. Отлично. Килрой. Был здесь, и он может поцеловать меня в задницу. Парни, я так рад, что вы тут показались. Они здесь хорошо окопались. Полным взводом с парой 42-х и 88-х. Страшновато. Готовы, парни? Давайте выходить на позиции, сохраняя тишину. А потом вможем по ним, прежде чем они узнают, что на них напало. Попытка номер два вмазать бы. Это наш парень. Ракеты! Идем на право! Оставайтесь за ними! Я не знаю, что мы у нас же здесь. Да откуда это прилетает-то все это? Что ж такое-то? Какая-то хоть здесь сохранила. Все, блюдо снял. Пошел с тыла! Берегитесь перекрестка! Мы тут взяли пленного! Похож на офицера! Какого черта? Окажите ему прием! Я сейчас поднимусь!
В этой проклятой армии кто-нибудь умеет говорить по-немецки? Я умею, сержант. Чуть-чуть. Бьюсь об заклад, что вообще никак. Спроси его о нашем пропавшем патруле. Wir haben letzte Nacht einen Patrouillenstand. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nichts von irgendeiner Patrouille. Неудача, сержант. Он говорит, что не знает. Давай говори правду, блин. Думаю, мы попробуем еще раз. Wo ist diese Patrouille? Im Schuppen, hinter dem Gebäude. Он говорит, что они за зданием. Хорошо. Тогда он сможет отвезти нас к ним. Zeigen Sie uns, wo unsere Männer sind. Los! Американer! Лежите, die Gefangenen! Наши парни там! Наши парни там! Чтобы он помог раненому. Большая часть из нас должна отправиться к этому перекрестку, чтобы поддержать Ремиреза. Пошли! Так, ты что? Давай, давай! Без фрицев. Да ебать, тебя не стреляют метками. К этому перекрестку, чтобы поддержать Ремиреза. Пошли! Огонь моей области! Этого хребта. Куда ты собрался уехать? Да, да, жил, жил, ребята.
Да пропусти ты меня. Только что захватили это место, я уверен. Черт возьми, что мы его не отдадим! Выходим! Да прикалывайтесь, блин, сейчас. Бейте по дороге по моему сигналу. Давай, заряжай. Неплохо, парни. Пора идти. Давайте вернемся к перекрестку. Ух, веси такая, блин. Сходи туда, вернись обратно, получишь ошибок. Прибить тех, блин. Подкрепление мы точно как бы это остановили. О, наши прибыли. Отличная работа, солдаты. Мы заберем их отсюда. Моди, прикажите людям окопаться рядом с лесом на юге города и приходите на КП в 9:30. 9:30, капитан! Вы слышали, парни? Вперед! Ух, славная была такая миссия, прикольная. Всем спасибо, всем до новых встреч.